Сунулся на курорт, а там перегрузка, мы что же, потом на дублёр выйти. Ну ладно, Кирилл, где ваши самые? Давай как-то организуемся, да? Как ехать? Дальше гости могут ехать. Есть чем пожрать, нет? Да, есть. Знаешь, чуть-чуть, а? Да, есть. А что, ты жрать сюда приехал? Ну, давай, нормально. Мало, конечно. А будешь? А что, есть еще? Рубль штучка. Красотища. Спасибо за то, что приехали к нам. Так, ну что? Что, Соти? Это Мишана. У нас отец стоит. А что, там вроде это, кашку планируют раздавать. Ну, что, хочешь поесть? Вон там вот. Че? Гречечку-то. А, как? Нет. Сейчас поедем. Да, вон миксеры приехали. Фиксеры. Миксеры. Эти пошли на трещотках. Некоторые догадываются, ноги отстирают, сидят посидлее, ну туда же сами крутятся. Хоть так. Так, ну кто куда едет, ребята, все спасибо за участие, свободны. Кто в Сочи, мы сейчас станем, также поедем туда. Не, пожалуйста, вопросов нет. Погнали тогда со всеми в Сочи, да? Сзади пристраивается. Что, топить первым? Кто хочет в Сочи поехать, вот за ним пристраивай. Да. Я вот, кстати, это, наверное, думаю поставить тоже так. Ну да. Может, на поляну. Это уже мои проблемы. Пристраивайтесь, на Сочи проще. Потому что когда нам сюда ставишь, то шлем, она снимает куда-то не туда. Голова шевелится, ну, да? Так, а ты уже отрегулируешь, что она снимает там? Ну, она вот, да, все снимает там. Угол вообще обзор отлично. Я потом сижу, нарезаю эти фотографии. Сейчас уже Абхазии 400 штук нарезал фотографии. В Одноклассники будешь скидывать? Все уже в Одноклассниках. А есть? Уже Абхазия 19 есть. Надо будет посмотреть. Залазьте, смотрите. А что, мы-то там есть? На по-любому будем. А как? Там построение есть, так и на поляне есть. А как? Все есть. У нас были, значит, надо ссылочку. Там сидел тоже, смотри, когда ты один снимок сдал, и все. А так я смотрю, о, этот хороший, видите, штук 5 уже нарезаем в основном. Но когда быстро камерой водишь, смазанная, да, ну, да. Поэтому выбираешь, где хоть более-менее. Залазьте ко мне. Ну это потому что камера такая, у меня ну, камера, понятно. Знаешь, сколько стоит? 30-ку. Ну может быть, я не знаю. GoPro 7. Тут стабилизатор есть, и вот я еду, кочки, не кочки, она картинка плавная, без тряски. Понятно. Ясно. Так, Сочи, Сочи, где наш Яс? А, вот он. Ну что, поехали, Сочи? Саша, ты как? Александр, поехали. Готов? А это что за ребята, да, не видно? Они, я им сказал, они кто в парк поедет, еще куда поедет, с ними, пускай едут сами. Я ехал всю дорогу сюда нервничал. Ну да, мы едем, в смысле, они вылетают, обгоняют. Я же долбоёб. Завтра они будут там на это самое. Завтра поедете вот на картодром? Не, я работаю. Даже не хочу. Мне вон колеса надо менять, целая история. Зачем менять на этих, на тебя и на этих? Колеса, кассету, что-то. Что у вас эксцентрики с другой стороны стоят? Вы что, не русские? У меня вот справа. Ну неправильно. Слева нужно стоять. У тебя и у тебя неправильно. У меня сзади вообще нет. Вот я у тебя же колесо и купил вот это. Неправильный эксцентрик сразу стоял. Эксцентрик вытащи и поставь с другой стороны. Почему слева тоже? Я что-то как-то тему узнал, а сейчас... Два эксцентрика с левой стороны. Когда механик менять колесо, он хабах, а тут нечего. А, у меня привычка уже, да? Отработано. Как бы легче. Ну, а то на любом колесе всегда есть левая, правая сторона или левая сторона. Что на этом, что на этом. И если оно уже так стоит, то эксцентрик стоит только вот с этой стороны. Ну сейчас проще, компьютерная фигня висит, значит, с этой стороны. Но по правилам с левой стороны всегда эксцентрик. Блин, вот эти колесики хорошие, да, Zero Full Pro? Да. На керамике. Это Компаньола. Это Компаньола год Zero. Это Компаньола Шамар. Это идентичные, они совершенно одинаковые. Только я Компаньолу заднюю не беру, потому что у них три спицы вот здесь. А этот самый расширенный, видишь? Ага. Дальше.
меньше будет. Ну, фулкрума получше, да, получается? Все, это одно и то же. Что фулкрум, что компаньола Шамал. Я имею в виду спицы, почему разные. Да, по-разному. Вот я беру вот так вот. А потом я их взял в разнобой, они мне дешевле достали. Слушай, Гена, а вот этот фулкрум Зиро, смотрю я тоже этот. Там почему-то рекомендуемый этот, покрышка 25-я. То есть 23-й получается не встанет? А нахрена 23-й? Ну, я не знаю, Fulcrum Zero, понял, да, рекомендуем покрышка 25. Если на Fulcrum Zero стоит обод, то есть какая ширина обода сюда? Если большая? Я какие не смотрел, все рекомендуемые 25. Вы как бы там не сказали, что нельзя 23 поставить? Рекомендуемые 20-ки, 23. Да, раньше обод сам уже шел и покрышку уберил. А сейчас все пошире стоит. Да, потому что все рекомендовано 25. А почему? Потому что у них же коэффициент качения разный. 23-го коэффициент качения ниже, чем 25. Не, ну мне 23 надо понять, почему 25 ставить. А почему не 25? Ты если 25 поставишь, она мягче пойдет, и накат у нее будет даже лучше. Ты думаешь? Я знаю. Я знаю, потому что я тебе потом видяшку скину. У 23-х только что аэродинамика выше. Да, да. А их, Миша, их приходится больше накачивать, давление больше делать. И при этом скотчит, оно скотчит по неровности. 23-й, да, с горки особенно можно вообще вылететь нахуй. 23-й, да. А 25-е ты качаешь чуть меньше, и вот оно... Я помню, блядь, на перекачанных, то же самое, на камеру спускался, чуть это, за малым чуть это не вылетал там с этих вот этих неровностей. Раз, блядь, видишь. Ну все, поехали. Пацаны, москвичи-то поехали, надо на двоих. Я им говорю, а вы поедете? Один работает, другой тройка. А ты что с ним не поехал? Не, он поспрашивает про критериум. Это Кирилл, который проводит критериум. Да. Короче, 12:30 приедем, поболеть, посмотреть, поучаствовать. Не, ну проедем сегодня, если не надо. Приезжайте для вас. Все, хорошо. Давай, давай номер запишу. Давай. Говорит. 8-915. 15? Да, 330. 5-5-3-2. Кирилл. Я тебе добавлю сейчас группу. Видел, Мих, я латметр взял. Ну, если я там отпишешься. Видел, не? Да. Не? Ну, я понял, 938 ватт, я понял. Нет. Ну, вот. Шатун, в смысле, да? Ну, да. Это первый раз система только такой? Ну, и к нему еще система идет, и на ней тоже ватметр. Будет двухсторонний на две ноги, а это пока на одну. Так у тебя, в смысле, ты в сборе взял полностью? Думал, ты один шатун только нет, взял? Нет, это просто шатун. Ты что купил? Ты систему купил? Нет, шатун? Просто шатун. А к нему еще один, система один есть. Шатун такой, один такой? Ну, да. Да. Ну, с ватметром? С ватметром. Да. А, у него уже стоит. Да, он поэтому и купил. Вот сейчас ехал. Система дорого. Смотри, Геннадий, максималочку выдал. 939 ватт. Да я в этом не понимаю ничего. Ваттах ни в калориях, ни в ваттах никогда не. Я закончил, когда этого еще близко нет. И сейчас я в это не вникаю, оно мне не нужно. Я катаюсь и катаюсь. 15 фиксов, 15 шосиков поехал. Не знаю, сколько будет раз. Но здесь никакого официального статуса нет просто. Как Игорь сказал, воровать. Гонка, тренировка, да? Так, а ты как бы... Ну, что между собой? У меня с Москвы приезжает народ. Вот, он понаехал. А у тебя что, шоссе? Да. Я тоже как бы хотел бы проводить между собой, но что-то как-то инициатива... Да ты уже один раз провел. Думал, так просто. Не так просто. Почему? Я нашел трассу, этот картодром.